сделать такое, надо уже реально рандомить сидеть. И чтобы потом еще и в конце тоже. Так, окей, пистолетик. Тоже странное упражнение. Некоторые умеют все-таки как-то подавать свои убеждения так, чтобы это не звучало как какое-то вот прям яростное навязывание. Какая хорошая третья. В конце опять жиг на меня решил все вам поднасрать немного. Плохое начало у четвертого уже. Блин. Ну, в целом неплохой, да. В конце повезло, жирных не было. Все ехали вниз. Польский танк в конце. Мне не подать только вот ну нет, это в принципе важно для каждого человека, понятно, что не все это умеют, но это то, чего что было бы неплохо уметь каждому человеку хотя бы в какой-то степени, не на профессиональном уровне, но неплохо, это, возможно, мой лучший пейс. Или второй лучший, короче, у меня был один похожий. Я думал, возможно, не стоит за часиками ехать. Может быть, было сейчас быстрее, но это было бы рискованно. Мог кто-нибудь меня выстрелить там. А мне нужен корабль, потому что вот здесь корабль позволяет побыстрее проехать вначале. Как же они отстреливаются-то, а? Хороший заход. В среднем, в целом, все по строте играл, но не очень повезло с тем, что там танки стреляли постоянно. Не давали мне их нормально выстрелить. Пуля прилетела. А вот здесь там вас. Даже не жирный в конце. Ну, пейс мог быть лучше, там были 7-й, да, плохой. Сплитан.
Ну, не важно. Ну, для, как бы, не знаю, для меня, мне кажется, что это довольно важная штука все-таки. Блин, повезло тут в конце, что наверх поехать не стали вниз. Но очень хороший 11-й был в ПБ. Тут вообще только за счет часиков может что-то нормально сделать. Что? Вот этот тарольский танк. Я я это залью, окей. Я залью этот капец. Там же можно было просто выстрелить. Я что-то не стал это делать. Я думаю, что я побоялся базу, наверное, взорвать. Потому что я не знал, он мигающий был. Я не знал, сколько у него жизней. Сколько надо выстрелов делать. А если бы я лишний раз выстрелил, я мог базу взорвать в итоге.